закрываемся. Солнышко нема. Солнышко не хочет нам сегодня помочь. Я вышел из дома, сразу же туча. Сразу же настроение не очень. Обещали-то солнышко. Так. Опа. Да, да. О. Задней скорости нет. Так. Так. Суббота. А у нас тут почта. Почта. Так, ну что? Поехали. У нас сегодня такая небольшая субботнешняя утрешняя фотосессия. Опа. Человек остановился прямо в кадре. Так, ну ладно. Это не страшно. Так, я сейчас здесь развернусь. На фотографа оставим ссылочку, как обычно. Прикрепим в комментариях, как положено. Блин, где солнышко? Обещали же солнышко. Что такое? Ну, ё-моё. Солнышко, но намного ярче фотографии. У меня солнышко есть. Оригинальные. Люблю фотографии, которые не переобработаны фотошопом. То есть, такие... нормальные. Лучше, конечно, вот так вот. Хорошая камера, хороший объектив, фотограф, все это должно совпадать. Так, и теперь вот здесь вот так вот остановлюсь. Здесь чуть-чуть. Таких пару кадров. Оно всегда так, пока ты в движении, чтобы такой был размытый чуть-чуть фон, надо туда-сюда поездить с размытым фоном. Прям вообще мне нравится, вот как вот так. Ну, тучки, блин, есть. Надеюсь, конечно, дождя не будет. Как на последней неделе мы поехали в Дюссельдорф. Ну, в принципе, должно уже видео лежать в интернете. Там попали мы чуть-чуть в дождь с ребятами, с байкерами. Но это не страшно, потому что... Вместе мы сила, мы ехали на благое дело, демонстрация, все дела, это было круто. Единственное, чуть не получилось у нас со звуком, вообще как-то не очень. Ну-ка, чего там такое? Что? О, за угла. Когда мимо проезжал размыто, выложу фон. Но сразу можно и посмотреть. Вот тут, смотри. Ну, вижу, во. Я что-то переживаю, то, что тучи не так ярко будет, не? Нормально?
Я могу даже автоматику сделать, тогда будет слишком много. Не, автоматики. Много не надо. Нет. Более или менее. Чересчур, когда я как-то уже последний раз делал, тогда, когда в лесу, помнишь, делали? То, что там именно вот эти, когда вот эти деревья такие мутненькие были, вот это вот прям... Ну-ка, фоторужье, давай. Летит. Блин, ну давай, не знаю, в кадр видно будет, нет? Но с вот этим вот видно будет. Ну, точно что-нибудь получится. Видно? Ну-ка, еще ближе. Есть. Сидит там, наверное, курит. Наверное, здесь местного автопрома. Также вот месяц назад упал же в Бломберге, знаешь? В Бломберге же месяц назад упал такой маленький. Ну, он летит. Не, прикольно, конечно, было так. Ну да, еще раз, он пошел по второму кругу, смотри. Фотошутинг бывает не на земле, еще и вон. В небе. Вон там где-то вон. Не знаю, видно будет, нет. Наверное, нет. Где-то вон. Мелкий. Он еще к тучкам поближе. Он, наверное, к тучкам полетел, чтобы это его дождем помыло. Смотри, а. Здорово, ему прям понравилось, по кайфу. Ну давай там еще, наверное, сбоку заеду в здание. И нормально. Маленький апдейт. Так, сейчас попробуем здесь. Заедем и развернемся там. Прикольные такие сценки, уже как-то делал. Главное, чтобы никто не выделывался, а то бывают такие хозяева, потому что в основном все частное, если кто-нибудь видит, начинают ныть. Вторая камера почему-то стояла вчера на зарядке, не хочет. Я надеюсь, она сейчас зарядится. Так, надо сейчас запустить. Кадров так. Пару кадров. Все. Начальник сказал нормально. Ему видней. Ну, лучше несколько мнений. Так что нормально будет. Так. Что мне за прикол?